На заре 21-го столетия никто и подумать бы не мог, что наш мир стал объектом наблюдения созданий более развитых, чем человек. Что в то время, как люди увлекались своими разнообразными делами, их исследовали и изучали, подобно тому, как сам человек изучает под микроскопом ничтожных тварей, кишащих и плодящихся в капле воды. С безграничным самодовольством бродили люди по земному шару, убежденные в своем господстве над этим миром. А между тем, через бездну пространства, глазами полными зависти, нашу планету пристально рассматривали существа, наделенные высоким разумом, но лишенные всяких эмоций и симпатий. Медленно, но настойчиво, они разрабатывали свои планы, направленные против